Что вам надо? Туше бежал. Анжельрас, друг, как ты изменился. Что с тобой, старина? Я еле узнал тебя. Айди-ги-ди, рабочие и ремесленники Парижа. Смотрите, кто пользуется вашей победой. Ха! Неплохо. Чего-то здесь не хватает. Ха! Ноги! А вот и ножки. Ты что там делаешь, а? Да как ты посмел? Ах, ты разбойник! Держите его! Держите! Король наш добрый Дагобер забыл надеть штаны. А без штанов, сознайтесь вы, не ходят короли. Айди-ги-дон, айди-ги-дин, не ходят короли. Айди-ги-дон, айди-ги-дин, не ходят короли. Однажды добрый Дагобер охотился в полях, но серый зайчик на него нагнал смертельный страх. Айди-ги-дон, айди-ги-дах, нагнал смертельный страх. Бросим пирожок. О, эти царственные птицы, какое изящество. А, Монпарнас. Ах, право, я охотно бы сам превратился в лебедя. Ох. Жарко. Да. Мальчик. Смотрите. Монпарнас пришел удить рыбку. Отлично. Ныряет, как тюлень. Ой, право, какой сегодня чудесный день. Чистая работа. Когда захочешь есть пирожки, не пускай пузыри. Вот я раздобыл себе завтрак. У, кажется, он изрядно раскис. Давай попробуем. Ну, ишь, хитрый. Гаврош, дай мне маленький кусочек. Держи, на. Книжка совсем размокла. Есть о чем жалеть. За такую дрянь не дадут и 5 сантимов. Если бы я помнил, что она у меня в кармане, я не прыгнул бы за тобой. Эту книгу подарил мне отец. Ты знаешь, в этой книге люди по воздуху летают. Покажи, Гаврош, что это? Это отец и сын. Они построили одному королю на острове дворец. Их звали Дедал и Икар. А король не хотел с ними расставаться. Он запер их в высокую башню. Тогда Икар решил улететь. И сделал крылья из перьев и воска. Как у птицы? Ага. Но было здорово жарко. Воск растаял. Икар упал в море и утонул. Надо было сделать железные крылья. Железные. Он собирается летать на кастрюльке. Тут тебе даже пузыри не помогут. Отец обещал мне сделать крылья, когда он вернется с каторги. Гаврош, я принесу тебе целый мешок железа. Ты попроси отца, может, он и мне сделает крылья. Мне ведь совсем маленькие. Тебе-то куда лететь? Я уж найду куда. Говорят, есть такая страна,
где никогда не бывает холодно, и хлеб на деревьях растет. Ну да, сказал, на деревьях. Нарви, кто вон фараоны? Фараоны? Все фараоны жулики. Отдай. Да, в другой раз не зевай. Отдыхаете, пташки? Ну ты храбрец. Да, храбрец. О, Гаврош. А, Монпарнас. Пойдем-ка, Гаврош. Ты все где-то продаешь, а? А ты что, соскучился? Давно разыскивал тебя, Гаврош, дружочек. В карманах у буржуа. Но не твое дело. Ты нам нужен. Арестован Бабе. Мы хотим помочь ему выкарабкаться. Завтра ночью приходи к тюрьме Ля Форс. А что я должен там делать? Пустяки. Ты возьмешь веревку и взберешься по тюремной стене. Пустяки на тюремную стену. Не упрямься, Гаврош. У меня есть для тебя новость. Я видел. Туше. Туше? Он что-нибудь сказал тебе о моем отце? Стану я с ним разговаривать. Он боится, чтобы его не узнали. Хорошо, я помогу вам освободить Бабе. Но где мне найти Туше? Наверное, у жены. Только торопись. Сегодня из дома Горбо выселяют. За неуплату. Пойдем, Наве. Сейчас иду. Мы зайдем за тобой, Гаврош. Послушайте, что здесь происходит? Не видите, что происходит? Не смей меня трогать, отстань! Ну, живей, старик! Отойди, я сам! Горбо пожаловал. Передайте господину Горбо, чтобы не задерживался. Господин Горбо, господин Горбо, господин жальте. Горбо, господин инспектор полиции просит вас не задерживаться. Что такое? Господин Жавер просит вас не задерживаться. Пустяки. Еще рассчитаемся с тобой, господин Горбо. Ты что, на галеры захотел? Проклятый буржуа! Давай, Горбо! А, пошел. Ну, подожди, господин Горбо. Мы еще встретимся с тобой. Цепите улицу. Что ты наделал? Не тронь ее, слышишь? Ах ты, гадина! Господин Жавер, решение суда выполнено. Все не внесшие в срок квартирной платы выселены. Остановка за прачкой Туше. Говорят, она тяжело больна. Жанна, родная, только не волнуйся. Thank you.
Беги скорее, Ромен, беги. Хорошо. Успокойся, я пришлю свою сестру, она увезет тебя. Обо мне не думай, беги. Именем короля откройте. Ломай. Душа. С каторги прямо в Париж? Да. Взять его. Ну... Господин инспектор! Господин инспектор, пощадите, не надо! Жанна! Связать! Жанна! Ведите! Убрать публику! Расходитесь все! Ну! Туше? Туше! Эй! А вы? А? Туше опять загробастали. Я должен поговорить с ним. Устрой ты им представление. Сейчас. Я знаю, что делать. Сейчас мы их напугаем. Ты что орешь? А ну пошел вон отсюда! Выбирайся! Туше! Туше! Это я! Гаврош Тенардье! Где мой отец? Он тоже бежал? Ведите его вперед живо! Свою шарманку, Джузеппе. Сегодня ты здесь ничего не подстрелишь. Я это вижу, Марсель. Сегодня я играю даром. Не плачь, милый. Посмотрим, какое счастье можно купить на последний грош. Да, держи. Ну, возьми и получай свое счастье. Твоя планета Уран. Тебе суждено быть счастливым и жить во дворце. В нем будет столько комнат, сколько у тебя детей. Вот это ловко. Надейся и жди. Мои предсказания щедры, но сам я ночую под открытым небом. Ну что ж, в твоем дворце места хватит для всех. Thank you.
некоторых пор я полюбил цветы, мадемуазель. И покупаю их только у вас. Душа? Мадемуазель, прошу. Чути, ты кто? Чути, надо! Мне необходимо повидать человека, которого сюда привели. Повидать Туше? Да, Туше. Попробуй его теперь повидай. Да, вряд ли он скоро отсюда выберется. Ты так думаешь? Ну, чего вы стучите? Ступайте отсюда. Вы здесь больше не живете. Мать ваша умерла. Отца отправили в тюрьму. Видишь, ломит, словно собственный дом. Господи, Пресвятая Дева Мария, прости ты меня. Остались французы, солдаты, верные родине своей. За свой народ из вас любой был жизнь мою отдать готов. Но не смогли вступить в бой, стрелять по римским бедняков. Скажи, Андре, куда им деваться? Целой толпой эти люди идут за город. Они роют там ямы и прячут в этих норах своих детей. Завтра и мою семью ждет та же участь. Наши внуки растут на улице. Мне хочется кричать, парижане! Ведь это вы в 30-м году завоевали свободу! Народ легко увлекается, но так же легко и остывает. Это говоришь ты, Багарель! Так дальше не может продолжаться. Пора браться за оружие. Париж готов восстать. Народ запуган кровавыми расправами. Ты ошибаешься, Багарель. Анжерас! Народ, совершивший революцию, бесстрашен. И этот народ победит, Багарель. Ты из комитета? Что нового? Друзья, час мужественных решений настал. Комитет постановил призвать к восстанию. Наконец-то! Вот его воззвание к народу! А если народ не пойдет за нами? Не пойдет народ? Народ, который изнемогает под бременем налогов и нищеты? Простой рассказ о жизни нашего народа леденит сердца. Во Франции 360 тысяч хижин лишены дневного света из-за варварского налога на окна. Есть крестьяне, которые пекут хлеб раз в 6 месяцев. Они разрубают этот хлеб зимой топором и размачивают его сутками в воде, чтобы можно было его есть. Народ готов к борьбе. Да здравствует народ! Да здравствует народ! Расходитесь, жандармы! Спокойствие. Ни один из нас не должен выйти из строя. Расходитесь по районам и будьте готовы по первому зову взяться за оружие. Я берусь доставить оружие. На Монмартре есть оружейный склад. Там свои люди. Очень хорошо, Пруве. Действуй. Я поговорю с каменщиками Менской заставы. Мадлен! Жак, отпечатаешь сегодня же ночью и передашь Мадлен. Хорошо.
с вами, ребятки? Нам негде спать. Только там. Марш за мной, мелюзга. Вы сегодня обедали, ребят? Нет, сударь, мы ничего не ели с утра. У вас нет ни отца, ни матери? У нас была мама, она умерла. Мы жили в доме Горбо. В доме Горбо? Уж не дети ли вы туше? Да, сударь. Вот так история. Ну ладно, малыши, сейчас у вас будет ужин. Пошли со мной. Ну ты, чего пришел? Здесь не подают. Убери свои грязные лапы. Отойди, отойди. Ну, ну. Эй, гарсон. На все деньги хлеба. На деньги? Пожалуйста. Это что такое? Давайте нам белого хлеба, лучшего белого хлеба. Я угощаю. Настрой, гарсон. Режьте на три части. Пожалуйста. За деньги, как на шесть. Лопайте, ребятки. Ну, пошли, пошли. Я боюсь. Чтобы остановились, иди за мной. Нет, это памятник. Карабкайтесь. Я расположился в его брюхе. Правда, я еще не успел нанять швейцара. Придется самому открыть дверь. Чего? Сейчас мы зажжем канделябры. Ну, полезайте пигалицей. Здесь и для вас хватит места. А что там? Там у меня гостиная. Здесь спальня. Вот вам постель. Можете ложиться и дрыхнуть до утра. Я боюсь. Чего? Сударь, я боюсь. Если я здесь, тебе нечего бояться. Держись за мою руку. Мне ведь больно. Ну ладно, больше не буду. Спи, спи. Сударь, сударь. Чего,
тебе. А что это такое? Крысы. Сударь, а что такое крысы? Ну, это такие мыши. Сударь, а почему у тебя нет кошки? У меня была кошка, только ее съели. А кто ее съел? Крысы. Мыши? Ну да, крысы. Сударь, а нас не съедят сегодня мыши? Не бойся, малыш. За одну ночь крыс тебя не съедят. А завтра утром я приведу тебе отца. Ну, спи, спи. Бойся, храбрец. Мы не пошлем тебя спасать воды. Застать бы только Гаврора. Наве, Гаврор! Идем, мы приготовили веревку. Послушай, Туше опять попал в лапы к фараонам. Ты предупреди Бабе, чтобы он помог спастись Туше. Тогда и я помогу тебе. Ну вот. Может, нам освободить всех арестантов? С нас хватит и своих. В таком случае я советую тебе оставить дома свою новую шляпу. Что? Тебе самому придется лезть на тюремную стену. А что с ним говорить? Ну, как хочешь. В таком случае с нами пойдет Наве. У него шляпа постарше моей. Пошли, Наве. Куда? Ой, Гаврош! Гаврош, Гаврош! Я же говорил. Слушай, Гаврош, зачем нам ссориться? Хорошо, пусть так. Мы тебе Туше, а ты нам Бабе. Мы зайдем за тобой. Ладно. Выбросил их из квартиры. Послушай, малыш. Почему не бежал с тобой мой отец? Твой отец не вернется с каторги. Мой мальчик. Он погиб за свободу. Погиб? Значит, я никогда не увижу его. Мужайся, Гаврош. Отцепись, район! Идем отсюда. Что такое? Ребята!
у тебя здесь хозяйничал? Фараоны? Ты что, умывался? Еще что выдумал? Брось! Я решил поджечь дом Горбо. Пусть он тоже поспит под забором. А в этом мне поможешь? Поджечь? А как же ты его подожжешь? Купим керосину. А деньги? А? Завтра на... Пряничная ярмарка. Пошли. Чтобы раздобыть деньги, мы устроим представление. Пошли. Пошли. Ты знаешь детей Туше? Конечно. Хотел бы я знать, куда их запрятали фараоны. Мадлен! Какое прекрасное утро, Жак. День будет еще лучше, Мадлен. Моя книга. Проходи. Чего смотришь? Убирайся. Стой! Стой, книга! Держите его! Он украл мою книгу! Держи его! Фиалки! Купите фиалки! Ты что, ко мне гонится? Не пущу! Куда бежишь? Ты что, работаешь с ним заодно? Да. Они тут вместе. Что вы? Я совсем не знаю этого мальчика. Он разорвал одну из лучших моих книг. Она стоит 5 франков. 5 франков! Кто теперь у меня ее купит? Скажите-ка. Вот, вот разорвана. Совсем разорвана. Немного. Вот, вот. Я с удовольствием куплю у вас эту книгу. Она купит книгу. Хочешь купить? Да, плати. Я... Плати. Как вам нравится? Хочешь купить? Плати. Смотри, попадешься, я тебе покажу. Раздай и приходи на Монмартр. Мальчик, мальчик, помоги мне перейти улицу. Ты видишь этого человека? Веди меня за... Ну! Пусти! Куда? С тобой фараон. Давай сюда. Здесь еще ни одного вора не поймали. Ты что, хотел что-нибудь свистнуть? Я не вор. Не вор. Если не вор, чего за тобой гоняется полиция? А ты думаешь, полиция гоняется только за ворами? Угу. Послушай-ка. Не встречал ли ты среди гоменов мальчика по имени Гаврош Тенардье? Гаврош? Да. Встречал. Это хороший малый. Да. А зачем он тебе понадобился? Видишь ли,
Отец этого мальчика погиб на каторге. Я бы не хотел, чтобы его сын стал вором. Что с тобой? Что? Ладно. Я потолкую с ним об этом. Я пошел. Постой. Не можешь ли ты передать от меня Гаврошу вот эти деньги? Не надо. Я сам могу заработать. Ты? Вон оно что. Весенние фиалки! Сюда! Сюда! Пожалуйста! Здравствуйте! Здравствуйте! Хороши фиалки сегодня! Здравствуй, Мадлен! Здравствуй, тетушка! Хороший денек сегодня! Чем пахнут фиалки сегодня, Мадлен? Порохом! О, славно, дай! Весенние фиалки! Тебе фиалки! Идите всех балаганы фокусника, надо собрать всех наших, понял? Передай друзьям. Так вот, какими фиалками ты торгуешь? Какими? Ну-ка, пойдем со мной в полицию. Да что в полицию? Полиция! Полиция! Но-но-но-но-но! Не трогайте меня! Не трогайте меня! Единственная гастроль знаменитого Багира Востока и Запада! Дай сюда! И вращение лягушки в слонах! И слона кролика! Поторапливайся! Таинственное исчезновение живой женщины в тумане! Невероятно жуткая игра с горящими факелами! О-ля-ля! Господин полицейский, я заплатил за них инспектору полиции выкуп в 50 франков. Эй, расходись по сторонам, кричать не разрешают. Сегодняшним числом закон собрания запрещает. Ну, карапузики, сегодня будете ночевать у своей тетки. Отведи их на улицу Ревали 8. А господин Горбо переночует где-нибудь под забором. Ну как? Ого, хватит на керосин. Свобода слова и письмо отныне не разрешено. Кто издал такой закон? Кто нам может запретить? Кем запрещено? Спрашивайте, кто издал закон? Вот он. Зачем в Париже столько солдат? 3 года, государь, как нашим жестким словом
Мы гибельный подкоп под ваш подводим трон. Быть может, станут вновь свирепые, как мор, те люди, в чьих сердцах страдания и позор. И скоро титул ваш, не признанный никем, в корзину скатится окровавлен и нем. Давай, король! Вот чем развлекается народ. Парижане! Парижане! Рабочие на Монмартре строят баррикады! Вперед! За свободу! Арман, Луи, выломайте ворота и тащите на баррикаду. Гастон, надо достать жаровню. Фролан, давайте-ка сюда оружие. Скорей. А Пруве все нет. Да разве ты не знаешь Пруве? Он будет рыскать по Парижу, пока не набьет свою тележку оружием доверху. Вот что, возьми своих каменщиков и укрепи низ баррикады. Ладно. Каменщики Менской заставы, за мной. Сыграй нам песню свою, старик. Погоди. Эй, вы, любители музыки, кому не хватает инструментов, идите получать. Да это Пруве. Наконец. Ну, крошка, слезай с арсенала. Разбирай оружие, ребята. Молодец, старина. Что ж, теперь гости могут являться. На этих инструментах мы им сыграем хороший туш. А это что такое? Оружие. Я прихватил его в одном музее. Лишнее оружие никогда не помешает. Вот, меч самого Карла Великого. Как раз для тебя, ты вылитый Карл Великий. Вот это хорошо. Я чертовски проголодался. С чем там у тебя суп, Мадлен? С фрикадельками. Ого. С фрикадельками из свинца. Они маловато ли? А вот мы прибавим. Друзья, нужно бы достать еще немного свинца. Только побыстрей. На баррикаду Сен-Марти. Стой! Стой! Куда? Стой! Ты куда бежишь? Ты разве не знаешь, что здесь нельзя ходить? Ты куда бежала? Тут недалеко, к бабушке. К бабушке? С каких это пор гвардейцы стали воевать с женщинами? Ты какая! Это еще что такое? Ну вот, тронуть нельзя. А в это время восставшие грабят винную лавку. Где? Кто грабит? Вон там, за углом. Бежим. К бабушке собралась? Да. А-а-а, цветочница. Не дурная встреча для начала. Гвардейцы, ко мне! Ты куда? Пусти! Стой! Гвардейцы, держи ее! Держи ее! Давай сюда керосин. Смотри, не облей мне штаны. Сейчас мы устроим из этого дома факел. Пусть полюбуется господин Горбо. Гаврош,
Ты не вздумай только разводить костер вдоль фасада. Гюльвер и Бабе хотят поработать здесь в роли пожарных. Они будут таскать вещи из огня. Тебе понятно? Те, что поценнее. Разожгу огонь здесь, иначе дом не загорится. Но-но! Ты ведь сам знаешь, чем это пахнет, если Гюльмер и Бабе напрасно придут сюда. Малютки! Дурак, неужели ты думаешь, что от твоих щепок загорится этот... Давай, давай. Чего? Гаврош. Что? Куда? Ну, Гаврош. Мадлен, что с тобой? Гаврош, мне необходимо пробраться на улицу Сен-Марти. Меня узнал буржуа. Я шла с запиской от Туше. Туше? Где он? Ты что, не знаешь? В Париже восстание. На улицах строят баррикады. Как мне выбраться отсюда? Гаврош, дружочек. Ты что же медлишь? Тебе мешает эта дама? Мы можем убрать ее. Не суй нос в чужие горшки. Гаврош! Ну? Улица строит баррикады. Ну, начинай. Сегодня иллюминация не состоится. Ах, вот ты как заговорил. Да он струсил. Для своего фейерверка сам доставай свечи. А? Не уйдешь? Пусти! Пусти! Ну, попадись ты мне. Мадлен! Тебе здесь не пройти. Я отнесу твою записку. Ты? Хорошо. На, только смотри. Смотри. Сомневаешься? Ладно. Передай Туше, что записку понес Гаврош, сын каменщика Тенардье. Король нажал придать Гаврош, забыл надеть штаны. А без штанов, сознайтесь вы, не ходят короли. Ай, тики-дон, ай, тики-дин, не ходят короли. Ай, тики-дон, ай, тики-дин, не ходят короли. Король наш добрый заговор забыл надеть. Ха, неплохая тележка. Она может пригодиться для баррикады. Эй! Мобилизованная труха. Видно, напился со страху. Ну-ка. Мундир тоже пригодится. Габер охотника в полет, но серый зайчик на него нагнал смертельный страх. Ой, тики-дон, ай, тики-динь, нагнал смертельный страх. Стойте! Ой. Ты куда бежишь, дурной мальчишка? Сударь, я вас еще ни разу не обругал. За что же вы меня оскорбляете? Я тебя спрашиваю, ты куда бежишь, негодяй? Что? Стой! Виноват. Чего вы хотите? Очень немного, сударь. У меня здесь за углом магазин церковной утвари. Ведь если дело пойдет так дальше, то у меня не останется ни одного покупателя. Я все-таки не понимаю, чего вы хотите? Не будете вы так любезны, сударь, пойти убивать друг друга, виноват, немного подальше. У меня из-за вас остановилась вся торговля. Мне же ведь нужно платить налоги. Ну? Виноват. Не лучше ли вам будет перенести вашу баррикаду? Ну, хотя бы... сюда, на площадь ратуши.
Виноват, конечно. На площадь. Нет уж, разрешите нам остаться здесь. Может быть, вам могли бы пригодиться церковные купели. Они сделаны из превосходного свинца. Свинец? Ну так тащите же сюда ваши купели. Виноват. Мы вам заплатим. Через четверть часа они будут у вас. Вот и давайте купели. Батальон! Стой! Именем короля приказываю разойтись! И погнали. Виноват. Я только хотел сказать вам, что если победа останется за вами, не забудьте, что я был вашим поставщиком. Не забудем, не забудем. Господин генерал, донесение. Орудия готовы? Так точно! Открывайте огонь. Ушись! Начинайте! Огонь! Расходись! Артиллерия! По улицам порядок. Еще. Ушись! Огонь! Друзья, неприятель установил во дворе особняка Горбо пушку. Через час они разнесут баррикаду в щепки. У нас есть только один выход. Несколько человек, переодевшись в форму национальных гвардейцев, должны пробраться во двор особняка Горбо и взорвать эту пушку. С вами пойдет Туше. Здесь все, что нужно для троих. Кто из вас согласен? Меня пошли! Я пойду! Я! Я пойду! У нас только три мундира. Одному из вас придется остаться. Ты мог бы остаться, Пруве. У тебя жена и трое детей. Пусть останется Марсель. У него не меньше. Вы что, с ума сошли, ребята? На войне нечего вести счет с семьям. На войне надо воевать. А значит, и сами кому идти. Эй! Гаврош! Кому здесь не хватает мундира? Вот. Да.
Здравствуй, приятель. Я привел тебе, Гавроша. А ты думаешь, я не узнал тебя тогда? А когда я шел сюда, я знал, что ты здесь. Я принес тебе ответ с баррикады Сен-Марти. Молодец. Штаб приказывает удержать баррикаду во что бы то ни стало. Удержим! Удержим! Через несколько часов нам пришлют подкрепление. Ура! Что касается патронов, то их надо беречь. За дело, друзья. Бой готовься! Туши! Туши! Гаврош! Туши! Как хорошо! Я так хотел тебя видеть! Ну как мои ребятишки? Ой, я устроил их, как ты просил. Я отвел их на улицу Ривали к твоей сестре, к тетке. Ну, спасибо, приятель. Смотри, а он... Кто вы такой? Шавер? Фараон! Что? Где? Где фараон? Сейчас же выкладывай все, что у тебя есть. Полицейский. Составил полицейское донесение о расположении нашей бригады. Его отмечены незащищенные ворота, которые он охотно открыл бы для господ. Не вышло! Шпион! Собака! Расстрелять его! А ну! Дай-ка я с ним поговорю. Мы расстреляем его последним патроном, если нам придется покинуть баррикаду. Собака! Расстрелять его сейчас! Но если мы победим, его будет судить революционный трибунал! Правильно! Старая пословица говорит, если ты вынимаешь разбойника из петли, берегись, чтобы он не накинул веревку на твою шею. Верно, Туше! Стало быть, этой веревкой надо связать ему руки. Живем, фараон! Да, я ваш крепче. Молодец, Гаврош! Всех на дом! Музыкант, оставляю вам, а дудку беру себе. Приготовиться к бою. У нас осталось мало патронов. Берите по 5 штук. Хватит караулить ворота! Скорей к баррикаде! Снаряды сюда! Подгони их! Вперед, не сможешь пройти. Постарайся отвлечь. Хорошо. Живее я умямлю! И так тороплюсь. Стой! Ты куда? Комендатуру. Комендатура там. Иди назад. Да ладно, ладно. Стой! Куда идешь? Да в комендатуру. Иди обратно. Да куда же я пойду? Там комендатура. Где? Ну, а ну поворачивай! Сам. Кому говорю? Ну, что ты привязался к человеку? Да зачем же я пойду? В чем дело? Да вот пристал ко мне. Ты кто такой? Я? Я ему говорю. Куда идешь? В комендатуру. Здесь нет комендатуры? Нет. Какой части? Нашей части. Документы. Документы? Быстро. Подержи-ка, дружок. Документы у Он меня есть. Он ходил около порохового пуха. Сейчас я вам все я документы видел. Покажу. Ах так? Все да нет у него покажу. Никаких документов. Ну-ка,
взять его. Есть. Ну зачем же меня брать? Да меня... А ну иди, иди. Ну. Да вот капрал меня знает. Капрал! Меня, что ли? Тебя, тебя. Иди сюда. Капрал, ко мне. Вот, подождите, он сейчас скажет. Я тебе покажу. Отрывают от дела только. Капрал, ты его знаешь? Нет, не знаю. Да ты что, капрал? Ты забыл? Забыл меня? Чего дурака валяешь? Взять его! Есть! А, взяли! Смотрите! Королевская пушка взлетела на воздух! Молодчага, туша, это он заткнул ей глотку! Вперед, не щадить никого! Шофер! Так вот, я никогда не был вором. Я только... Не беспокойся. Видишь? Они бегут! Что, друг? Ничего, старина. Ничего. Не так-то легко сломать нам шею. Патроны. У нас будут патроны. Много-много. Я их достану. Гаврош, куда ты? Куда ты, Гаврош? Пройдут! Рижане, бей их! Бей! Бей!
Смотри, Гаврош, как защищает тебя Монмарт. Видишь? Видишь? Корзина. Патроны. Я принесла. Хорошо. А мое ружье у меня.